специалист тестировщик, специалист по поддержке, мы видим скорее обратную ситуацию. То есть вакансии на рынке сейчас, вот именно сейчас, гораздо больше, чем специалистов, которые готовы эти вакансии рассматривать. То есть для тех, кто ищет сейчас работу, да, кто задумался о поиске, наверное, уникальная ситуация, по крайней мере, последние 5 лет мы такое не наблюдали, когда у одного кандидата может быть несколько вакансий, да, и он может реально там торговаться и себе выбрасывать какие-то условия.